Игра на свирели по методике Смеловой позволяет всем деткам без исключения заниматься творчеством, создавать музыку. При этом не только раскрывая творческие способности, но еще и обеспечивая профилактику физического здоровья, простудных и легочных заболеваний, потому как в основе занятий этого нового музыкального кружка лежит дыхание. Подготовили музыкальных руководителей к тому, чем им придется заниматься, заказали свирели, то есть прошла большая работа с родителями, так как свирель, она индивидуальная. У каждого ребенка она своя в индивидуальной упаковке, и другой ребенок играть на свирели не может. То есть они занимаются и как на занятии, так и вне занятий. Подходит он ко мне, а мы все в сережке, не сложились отношения с мальчиком Алешкой. Не сложились отношения с мальчиком Алешкой. Я в садочке набил вишенки, сережки. Мы очень хорошо поем. И потому что мы классно поем. И танцуем, да? Да. И красивые. Да. Что у вас за инструмент? Дудочка. Ставлю вот так пальцы, но это я не зажимаю. Вот это вот одно тело. Так, и вот эти вот не зажимаю. А если зажимать, то звук будет меняться, да? Когда песенка чуть-чуть идет и сразу... Еще одна особенность этих занятий – в основе народная музыка и попевки. Отметим, что музыкальные произведения могут быть и простыми, и сложными, все зависит от возраста ребят. Сегодня наша съемочная группа открыла для себя целых два убежища от жизненных невзгод – это музыка и дети. Екатерина Шахаева, Александр Кожевников. Новости.